Доброе утро! Сегодня мы продолжаем показ опытным генератором. Вчера я показал генератор работать без нагрузки. Кто скажет, что, мол, напряжение высокое, а нагрузку подай, оно упадет. Сегодня, значит, снимаем вторую часть. Показываем генератор при нагрузке, значит, показываем 8 лампочек на 100 ватт каждая. Мотор, который крутит генератор, мощность 225 ватт максимально. Мотор, который на генераторе работает, мощность 550 ватт. Вот. И на выходе у нас получается 225 подается, а выход у нас 800 ватт. Вы сейчас это увидите, чтобы не быть, как говорится, голословным. Итак, вот у нас, значит, 8 лампочек, видите, вот там за шкафом, ну, когда зажгу свет, 8 штук. А вот это не хватает длины. Снимаю на камеру, не хватает длины. Ну, в общем, висит 8 штук. Итак, запускаем мотор. Так, вот это у нас вольтметр. Запускаем мотор. А теперь включаем. Так, видите, 8 лампочек горит. Видите, ярко стало. Напряжение, как видите, 214, 215, 213. 214, 215. То есть все это работает. То есть, как вы видели, вход 225, это вчера показывал, посмотрите первую часть, а выход, значит, 8 лампочек на 100 ватт при напряжении 213-214 вольт. То есть, получается, мощность лампочек 220, напряжение полное 220 вольт. При 220 вольтах они 800 ватт дают, при 214-215 вольт дают, значит, так, на, значит, 22 у нас будет это 10%, 11 у нас будет 5%, а там у нас напряжение на 5 меньше, то есть на 2% меньше, то есть 800, это значит 1% от 800, это будет 8, то есть на 16 ватт меньше. Итого, значит, мощность, как вы заметили, 800 минус 16, вот. Итого 784 ватта, то есть вход 225, выход 784 ватта. Считаем на калькуляторе. 784 разделим на 225. То есть получается 3,48. То есть примерно КПД 350%. И тут уже не возразишь. Осталось, как я вчера и говорил, поставить батарейки. Одна батарейка есть, вторую подадут. Если кто желает помочь прислать батарейки, присылайте. За это все вам что будет? За эти батарейки вам будет помощь в это самое. Прислана помощь в установке такого же генератора у себя дома. То есть можно получать
Если мы возьмем, значит, 225 ватт у нас будет на отдачу. Вот. Значит, 784 у нас. 784 минус 225. То есть мы можем иметь 559, ну, там плюс-минус еще потери. 550 ватт. 550 ватт. Вы можете иметь. Что вполне хватит для запитки квартиры. Если запасать в аккумуляторы хорошие. Вот, а потом через инвертор это все подавать. А если напрямую, то тоже хватит. Кроме включения стиральной машины и печки. Печки электрической духовки. Все остальное, компьютеры, электроосвещение. Так, что еще? Электроприборы до 500 ватт. Все это будет работать при такой системе. Единственное, как вы заметили, идет шум. Поэтому систему лучше ставить в подвал, если у вас есть подвал, в гараж. Вот. Из гаража можно потом приносить аккумуляторы, заряжая там. То есть иметь аккумуляторы, с гаража привозить, на день хватит. Пока там заряжается, потом вечером пришли, сменили. С подвала можно просто провести питание, подав это питание, провести просто, подав, значит, отключить от сети фазу и ноль. А эту систему, выход, вот как у меня на лампочке, подать в сеть. Отключить, значит, главный рубильник, а эти автоматы не отключать. И питание пойдет по всем комнатам, по всем розеткам. Но обязательно отключите главный автомат. Ноль и фазу. Можно только фазу, но тогда вам надо фазировку, подогнать фазировку, потому что вы можете перепутать. То есть изучите, где у вас фаза, где ноль. Если отключите только фазу, то когда будете подавать с этого, с генератора, обязательно, как говорится, подайте фазу на фазу, ноль на ноль, иначе будет короткая. На этом кончаем. Если у вас есть возможность, как говорится, помочь с аккумуляторами, с ионисторами, то пишите, помогайте, и потом я вам помогу, как говорится, в строительстве генератора. То есть скажу, что брать. Вот. Если кто близко живет от меня, то могу и заехать, и собрать самолично, если помощь мне будет оказана. Вот. А кто живет далеко, значит, будем общаться, можно через интернет общаться, если какие вопросы. Вот, то есть через связь можете собрать сами, через связываясь со мной, я буду консультировать, если кому что не ясно. На этом сегодня заканчиваю. До свидания. До новых встреч в эфире, уже когда будет батарейка. Мы это все проверим. И, как говорится, еще выпущу ролик. Всего доброго. А, и с новым годом всех, кто у меня смотрит. Сейчас людей мало стало смотреть, потому что тот сайт у меня пропал, а на этом сайте пока мало людей, но ничего. Кто посмотрит, тот посмотрит. Всего хорошего.